Попасть в казино случайному посетителю было невозможно. Вход в заведение был оборудован видеонаблюдением и железной дверью. Когда полицейские все же проникли в игорное заведение, в зале находилось около 10 человек, и все они как один утверждали, что зашли в кафе попить кофе. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли 5 покерных столов и 13 игровых автоматов, а также черновую документацию, игральные карты и фишки. Сейчас полицейские устанавливают организатора незаконного бизнеса. Зачем? Я только попробую. И съедает половину. Правильно. Ты же хотел именно вот это количество мяса и это количество картошки. Да. Мне не жалко. Я просто не люблю, когда у меня едят на тарелке. Не жалко, что же. Почему, когда она из другой комнаты задает мне вопрос? Лёш, вот что там новенького? Я просто вижу, в последнее время ты весь проводишь поиск какой-то информации. Нет, я не поиск какой-то информации, я просто не хотел бы поломать, да, и как бы...